Ключевое – сидеть и ждать. И все в этом заложено. Если вы будете внимательно слушать, о чем говорит человек, человек говорит только об этом. Больше ни о чем. У него больше все остальное не работает, не потому что он плохой или хороший. Так вот, кстати, огромное количество людей ходят вот, вот в такой оболочке, вот с этим наполнением, и они просто есть. Они к вам подходят, им нужно от вас не какие-то ваши слова там или что-то такое, им нужно попробовать. Можно вот, вот сюда присосаться, можно нет? Нельзя. Нельзя, пойдем дальше. А мы ложимся, думаем, ну как же так он меня не любит? Как же так меня не взяли на работу? Вы не показали ту роль, которая должна была вот состыковаться. Инцидент должен соответствовать. Если роль не соответствует, инцидент, ситуация всегда разваливается. Всегда. Как бы мы ни надеялись, как бы мы ни баюкались. Если роль не соответствует конечному результату, ситуация будет с минусом. То бишь поражение. Всегда. Почему мы себе с таким удовольствием всегда, когда у нас все хорошо, казалось бы, все выровняли, там как-то все устаканили, вот это вот...